Всем привет! Наконец-то нашелся мой заказ на Нежку, потерялся. По четвертому каталогу, вот этому красивому, который был новинка, тушь для ресниц, вот таким вот интересной щеточкой. Кроме него было и достаточно много интересных выгодных предложений. Кроме того, здесь есть тоже новинки, о которых я как раз хочу рассказать. Сейчас уже можно приобретать вот по этому красивому пятому каталогу, который будет действовать до 22 числа. И главное здесь акцент будет серия Novage. Серия Novage хочу сделать отдельно, разобраться полностью и сделать отдельный репортаж, что же там поменялось. Потому что привычных серий здесь уже нет. Очень много интересных выходных предложений здесь же в каталоге. Можно приобрести новинки декоративной косметики. Есть очень интересные предложения для тех, кто следит за этим. И уходовая серия, например, гель для душа серии Skin Moment, будет с двумя новыми ароматами. Смотрите, пора готовиться уже к лету, приводить себя в порядок. Ну, расскажу как раз, вот взяла для себя пробники серии Novage. Novage Plus сейчас будет. Здесь можно подобрать себе уход, составить конструктор, потому что здесь единое будет очищающее средство, как у нас сейчас гель-тоник. Под каждый тип кожи для... кожи вокруг глаз отдельно по потребностям будет своя. Активатор, сыворотка будет играть антивозрастные функции. Здесь тоже подбираете по ту проблему, тот возраст, который вам необходимо устранить. И дневной ночной крем. Есть в двух вариантах. Легкий и более плотный, привычный нам. И вот как раз всех кремов в пробнике представлены. И вы можете взять ту версию, которая вам интересна. Более легкий крем дневной, ночной крем для век или сыворотка активатор. Что еще в этом каталоге было интересного? Да? Четвертое, то, что можно приобрести. Это серия, которая раньше была Body Active. Если кто помнит, антицеллюлитная серия. Вот она теперь обновлена вот так вот. Также есть крем антицеллюлитный. Есть скраб, который в хорошем числе. Я взяла себе увлажняющий гель. Он в составе с гиалуроновой кислотой. Можно применять на все части тела. Укрепляющий гель-крем. И здесь есть гиалуроновая кислота, которая помогает проникновению, и вот такая вот кремообразная, не знаю, не видно, да? Ну ладно, сделаю репортаж. Интересная структура, такая мутноватая. Вот. И, не знаю, буду тестировать, смотреть, как она будет вести на коже, и как моя кожа будет увлажняться после применения вот этого. Конечно, интересно было бы взять линейки со скрабом и антицеллюлитным, но я решила пока попробовать это, потому что у меня есть еще средства, которые остались. Крем-скраб я люблю, серия молоко и мед. А антицеллюлит у меня еще старый остался, чуть-чуть небольшой серии. Причем сейчас выгодно взять, например, серию Active Body не просто так, а в компании с протеиновым коктейлем, чтобы ударными темпами подготовиться к лету. Набор будет вам стоить дешевле, чем вы будете отдельно брать два продукта. Оформляйте на него еще и подписку. Четвертый шаг. А может, нет, сейчас уже с пятого каталога 4 шага получается. Четвертый шаг бесплатно. И в прошлом каталоге еще вот такой вот массажер был в подарок. Массажер, не покажу. Массажер в подарок. Не знаю, не хочу открывать. Сейчас попробую найти в каталоге. Такой приятный, с ручечкой, с много-много. Вот такой вот. Щеточками можно делать глубокий массаж и увлажнение, в том числе нанесение средств. Поэтому имейте в виду, много интересных выгодных предложений, которые надо ловить и использовать. Также тушь, да, была акция, покупаешь 4 туши, 5 бесплатно. Тот бестселлер, который именно был в четвертом каталоге. Сейчас попробую открыть, потому что нет, не открыть мне. Не открыть мне сегодня, устали лапки. Вот. Вот открыла. Одну тушь взяла для себя. Здесь очень интересная кисточка. Она не полностью плоская. Видите, вот она с одной стороны плоская, а с другой стороны сделаны реснички. Не знаю, как она будет пробовать, только при вас открыла. Попробую, расскажу, поделюсь с вами своими впечатлениями.
Что еще интересного в этой так рефил? Да, наконец-то я поймала мыло рефил. Мне уже, видите, уже открыли ушко. Мое любимое Essentials and Company. Это лимон и вербена, жидкие мыло. Мне даже привезли уже даже баночку, чтобы можно было залить сюда. Очень удобная упаковка, очень приятный аромат. Перелили старую, закрыли, рефил выбросили. Вот такая экономия. Кстати, она на порядок дешевле стоит. Рублей 100 можно сэкономить, покупая именно вот в таком варианте. В каталоге представлен последний раз серия Essentials. Как раз это лаванда и провитамин В. Ночная маска, не требует смывания. Очень хорошо увлажняет кожу. Единственное, что если у вас есть какая-то аллергическая реакция, у меня первый раз щипала кожа. Я думала, что ну ничего, прошло. И дальше я пользуюсь очень хорошо. У меня очень мама ее любит, поэтому мы ее взяли, так как она представлена была в последний раз. Выгодное предложение было на интимную гигиену, потому что, кстати, они тоже есть в рефил варианте. Обратите внимание, можно будет просто переливать. Я взяла серию молоко и мед себе. Шампунь и кондиционер, как-то у меня все разом закончилось, а я люблю свое состояние волос, они становятся после этого серии мягкие, воздушные, такие не очень лохматятся. Да? В этом каталоге также можно взять зубные щетки и зубные пасты, кто пользуется Optifresh с хорошей скидкой. Я люблю лесной бальзам, который представлен как раз сейчас со скидкой. Интенсивный возрастной крем серии Novage. Это вообще бестселлер. Он не только что увлажняет, он еще все морщинки убирает и держится. Кстати, после нескольких смываний крем можно ощутить, как бы вот нету сухости сразу, не стягивание кожи. Что еще я не рассказала? Дэшерим, может, туалетная вода. Духи Сигнатуре. В прошлом году был женский вариант с хорошей скидкой. В этом каталоге в пятом можно взять мужской вариант тоже с глубокой скидкой. И вот еще один был подарок за акцию активности. Смешная цена была на любимую Эклейт Мадемуазель. Это легкий как этот, фиолетовый аромат, знаете, не фиалки, не забудки. Вот такую вот смесь мне очень нравится именно на весну, когда будет чуть-чуть потеплее. Все, что ли? Вот и все. Вот такой маленький у меня получился заказ. Спасибо девочкам, которые мне помогали. Поэтому ждем ваши предложения вот по этому каталогу. Кому будет интересно что-то узнать повнимательнее, что-то хотите узнать, пишите, всегда отвечу. До новых встреч. Буду рассказывать про отдельные серии, уже про отдельные продукты в своих постах. Следите.